Пермском крае исторически сложились согласие и уважение между разными культурами и народами. Сохранить эту гармонию призван Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Совету уже год, поэтому логично, что первую часть встречи посвятили подведению итогов. Пожалуй, центральным событием 2014-го стало принятие программы по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений сразу на 3 года вперед. Для меня было очень важно, что данная программа была составлена непосредственно самими членами Совета. Программа получила достаточно широкое обсуждение, была утверждена, и на декабрьском заседании городской думы, когда утверждался бюджет города Перми, была подкреплена в том числе и финансово. Бюджет программы составил 12,5 миллионов рублей. Будут проводиться экспертные, образовательные и другие практические действия. Большое внимание уделяется и культурному обмену. В январе уже прошли несколько мероприятий. Открыта выставка «Немцы в российской истории». Национальный праздник отметили мусульмане. К празднованию юбилея готовится грузинская общественная организация «Иберия». Будет показывать обязательно фильмы грузинские. Будет несколько фильмов показаны. Может быть, это будет недели фильмов. Но это мы будем все обсуждать в конце февраля. Будет обязательно вечер поэзии. В 2015 году особое внимание будет сконцентрировано на теме 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Всего же в муниципальной программе прописано несколько десятков общественных мероприятий. Выйдет в свет серия изданий, посвященных истории народов и конфессий. В планах также запуск сайта. Ну и, конечно, особое внимание молодежи и предотвращению конфликтов. Андрей Голдырев, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта».